Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вы видите, что работы по сооружению экотехнопарка SkyWay не прекращаются ни днем, ни ночью. Мы решили, что это наилучшее время для того, чтобы показать вам, как проводятся работы по измерению уровня установки промежуточных опор городской высокоскоростной трасс SkyWay. Эти работы предшествуют началу монтажа ферм. Зрелище обещает быть крайне занимательным. Кому это интересно, прошу последовать за мной. Момент специалисты SkyWay устанавливают высокоточное измерительное оборудование. Что-то подобное мы уже показывали вам в конце прошлого года в репортаже о ночных испытаниях в модельно-макетной мастерской SkyWay. Сейчас же то, что тогда делалось на макете путевой структуры, осуществляется непосредственно в экотехнопарке на уже строящейся трассе. Используются высокоточные лазерно-измерительные приборы. На каждой промежуточной опоре установлены специальные отражающие марки. И сигнал, точнее лазерный луч, наводится поочередно на каждую опору. И по отраженному сигналу, который фиксируется этим же лазерно-измерительным прибором, можно будет определить точное положение будущих ферм, соответствует ли оно проектному, как в плане, так и по высоте. И если есть какие-то перепады, то крепления для ферм будут изготовлены с высочайшей точностью для того, чтобы компенсировать эти отличия. Пока что они все находятся абсолютно в пределах допустимого. Так что путевая структура будет идеально ровной, как струна. Лазерный луч в данный момент как раз таки и проходит там, где совсем скоро будет протянута струна внутри рельсов SkyWay. В данный момент лучи от лазера отражаются от специальных марок, которые установлены на каждой промежуточной опоре. И лазерно-измерительный прибор фиксирует их отражение, что позволяет с точностью определить положение промежуточных опор в соответствии с планом. К сожалению, видео не может продемонстрировать всю фееричность того зрелища, которое мы наблюдаем, поэтому мы сделаем для вас несколько высококачественных фотографий. Уже по дороге в Минск, возвращаясь из Марьиной горки, мы обратили внимание на скульптуру этой девушки, которая является символом города. Нам показалось, что она чем-то напоминает промежуточную опору SkyWay, а эти воздетые к небу руки символизируют стремление к обретению свободы, к полету, к небу. Также она является символом тысяч и тысяч простых людей, которые участием в проекте SkyWay помогают поднять над землей небесные дороги Юницкого. И тогда, возможно, пути человечества станут прямыми, как луч света.
Вспоминаются строки из Писания. Да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет». А все, что сверх этого, от лукавого. Так вот, что может быть в мире материальном прямее, чем натянутая струна, которая в данный момент символизируется, пока мы не построили путевую структуру, лучами лазера. Поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv-systems.com. Тогда, возможно, мы перестанем загрязнять окружающую среду, и климат станет получше, и все в нашей жизни будет прямым, ясным и понятным. Строй Skyway! Спасай планету!